А, ребята, здорово! У нас новый ролик. Мы поехали обратно на поезде. Саня у нас болеет. Не с похмелья. Ничего, нормально, не Саня болеет. С нами Михалыч. С нами Андрюха. Сонный. Сейчас уже ждем такси и едем на поезд. Ребят, мы уже на вокзале, я не знаю, видно, не видно. Ну вот, 4 утра, 5 час. Очень много АФПшников, которые едут обратно. Их очень легко можно распознать по дождевикам. Наши парни идут. Заходим. У нас осталось минут 20-30 до отправления. Говорливая тетенька из Нижнего Новгорода. Не затыкается, как обычно. У нас 110, ребят. Москва, Новый Уренгой. Новый Уренгой, привет. Желаете включить? Помните? Вагон? Нет, не помню. Сейчас разберемся, какой вагон. Вагон 8. 8? Да. Все. У нас 9. В смысле, у нас 9. Мы в разделе поедем. В смысле 9? Шутничок. Уважаемые пассажиры, начинается посадка на скорый поезд номер 146. Ребят, Сапсанчик подъехал. Кто любит всякие там такие вещи, да. Нижний Новгород, Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Что скрипит есть. А у нас точно поезд сюда приезжает? Как написано? Что-то как-то волнительно уже осталось. Написано же. Москва, Новый. Твой любимый, Уренгойский. Если нажать. Амендорф. Амендорфский, старенький, как у пасечка будет стопудово. Да. Сань, покажи, что тебе досталось от ФПП. Наследство. Наследие. Хоть что-то. Да. Саня так и не сходил на ФП. Паспорт. Заболел. Ты что, выздоровел уже, все? У него аппетит проснулся. Соу-соу. Есть хочется. Есть хочется, хороший признак. Сейчас три доширака сразу заварим. Сними, Андрюха. Деловой. Платформа номер 5. Андрюха, поехали в Питер. В Питер поехали на Сапсане. Прямо сейчас. В Екатеринбург человек едет. Да. На работу. На работу. На работу. Я ботушку. Да. Приезжаю сразу на работу. Счастливый человек. С поезда. На работу. Ребят, вот эта тетенька из Нижнего Новгорода, которая рассказывает про поезда и прочее, это уже хохма на всю страну. Она без остановки, это просто прикалывается вся страна уже над этим делом. Ребята, которые, ну не знаю, могут повлиять на это, прекращайте эту херню. До над вами ржут уже. Вот приезжает наш поезд. Да, мой локомотив. Через 4-й. Старенький. А это тоже такая. Чешский. Чешский. Натуральный. 8-й вагон ждем. У нас где-то посередине будет. Старенький, старенький. Температура. Хорошо, блин, что не ночью. Я вам буду купе греть. Греть нам не надо. Не было, не, у нас Саня грел, да? Да. У нас Саня с температурой, поэтому у нас купе будет прогреваться. Такой такие модные. Что это такое за вагон? Не знаю, что это. О, 8-й наш. Наш. А вот этот наш. Проехал. Куда сюда? Не знаю. Я тоже. Билет смотри. Старенькая, добрая.
Аминдорская купешечка. Андрюха, где у нас места? Я надеюсь, не седьмое купе? Может, седьмое. Андрюха, какие места у нас? Пять, по-моему. Я да. Уж не помню. Да, да. А чё? 29 место мое, точно. Бельё поэтому... не убрали. А чё это такое за беспредел тут? Вышли только что. Вы чё тут? Творите. Вы чё тут творите, уроды? О, за собой-то надо убирать. Вот такие люди. Да, писец, ребят. Это писец. Ну, кстати, мы также ведь это... А, ну, хотя мы... Мы сдали. Все сдали. Мы все сдали, да. Андрюха, не наговаривай нас. Ну что, парни, предыдущих. В следующем-то году на ФП едем, нет? Конечно. Обязательно. Встречаемся. В том же составе. Короче, с поездом нам не повезло. Да, рухлить. Пашечка не убранная. Да. Да. Ну ничего, мы жаловаться не собираемся. Сейчас быстренько расстелимся. Но значки покупать уже не будем. Это да, точно. Косяк. За окном дождик. Дождик. Буковки. Знаменитые. Нижний Новгород. Вздыхание на заднем плане. Все вздыхают. Лаборатория поездной радиосвязи. Мне больше нравится вагон охраны труда. Парни, парни молчаливые, грустные. Спать хочется. Жрать хочется и спать хочется. Можно подумать, что они вчера... Да как вчера, сегодня? Тусили все на ФП, ночью. Да, на самом деле. Пролежали все. Да? Кто-то два дня пролежал. Бывает. Пойдем посмотрим. Мы пойдем расписание посмотрим. Пойдем. Пойдем посмотрим. Пойдем. Вот оно. Не, подожди. Шахуня, да, Петельнич, Киров, Глазов. Блин, 11:23, да. Вообще ничего нет. Так он скорый, потому что. Короче, все понятно. Скорый? Сегодня мы. Следующая остановка. 9:30 в Пермь приезжаем. Сегодня мы. Урень. Хоть туалеты будут работать. А Роман у нас занимается своим любимым делом. Да. Белье у нас убрали. Предыдущее. Понятно, что по идее все, конечно, это должны делать проводники. Но все равно козлины. То есть приходишь уставший, у тебя белье не убрано. Да. Это косяк. Они видят, девчонка молоденькая, и наплевали. Проводники ни при чем. Проводников не трогайте. Они предупредить должны. Наверняка, сдаем белье за полчаса. Предупреждали, просто козлины попались. Давай, Сань, что ты там вспоминал? Да я говорю, когда-то я увидел тут студенческий отряд. И когда-то я хотел полететь, когда учился. По-моему, после первого курса хотел пойти в студотряд. Тоже поработать. На поездах. Поработать проводничком, да? Да. На поездах дальнего следования, кстати. Романтика. Романтика. Вот. Почему не пошел? Слушай, я что-то не знаю. Что-то не пошел. Не помню. Андрюха собирается там. Раскладывается. Мочеку, 100 рублей. Заноси. Палыч. Сели за стол,
Саня делает эбу. Котельнич. Котельнич, дождизна идет вообще. А что там, кстати, стоянка такая большая? Может, увидите, воздух не дышать? Да, да что толку там дышите? Может, пойдем сходим? Ну чё? Чё, прямо сейчас идем? На, Михалыч, скажи, что, куда мы собрались? Так сейчас выйдем, да и все. Мы собрались. Ну, короче, ресторан, Санька, который находится по соседству. Да. Взять и... комплексный обед, поесть. Как три в одном, или как там называется? Первое, второе, третье. Компот? Ну. Чё, все тогда? Надо все попросить, закрыть, чтобы закрыли, да? $377. Для купейных вагонов. А для этих, смотрите, для СВ уже 509. А как они узнают, что мы из купейного вагона, а не плацкартного? Скажу, что с плацкартного. Пойдем. Ой. Что ж ты так брыкаешься? Вот и пришли. Не как в тот раз. Через 7 скажу. Ну. А чё? Полувагон. Полувагон? Опа. А где тут можно присесть? Здесь только. Сейчас пойдем. А? Что, Андрюха, вкусно поел? Вкусно поел, гурно поспал. Да, короче, не накормили нас, рано чугай. На обед приходите, сейчас кормят только. Поэтому чуть позже. Через время по пермскому. О, ну-ка, давай, Саня, запускай, сколько там итальянские скорости, а здесь российские киги, ну-ка, ну. Сколько у нас тут? Если он найдет, что есть. Не работает. Давай, давай, давай. Поиск. GPS не идет, если... Вот это отличие, что в России интернета нет. Хотя реально там в поезде пофиг. Ну. Все. ГЛОНАСС. Не работает. Не работает. Че, мы решили по водорослям дать? Да. Ну, спасибо. Строгий контроль качества. Строгий контроль. Безопасности продукта на всех стадиях. Вот они все, родненькие, вот они. Из них в поезде никуда. Выбирайте с курицей. Из курицы. Или из курицы. Или с курицей, или с курицей. Курица или курица, да. Блин, одна курица. Чайно. Раньше, когда только они появились, их называли здесь, называли для сирак. Сирак. Переводили пиво. Дошики. Это в 90-е годы. По-русскому просто дошики. Когда импорт хлынул в Россию, появилась куча китайских лапши, это дико острый, помнишь? Да. Вообще жесть, такая острая. Чтобы она не была она острая. Она острая из-за этого была, из-за специй. И просто можно было не ложить, она была острая. А сейчас ну, другие уже специи. Полный. Сейчас уже не такие острые специи продают, это широко. Да. Ну ладно, пойдем наливать. Мне кажется, кто вот придумал Ролтон фирму, он там миллиардер. Давай пробуй. Это больше похоже на личинку какую-то. Смотрите, это она еще это не сформировалась. Как зародыш такая, свернутая. Не выйдет потом. Что, выстрелишь? Как ты назвал ты? Как ты назвал ты? Лямбли. Не до этого. Морской конек, все что. Морской конек. Че, кто первый-то рискнет? Жестковато, лапша жестковато. Надо еще подождать, что. Нормально. Здесь можно. Алденте. Алденте. На зубок. Паста. Итальянцы, интересно, едят лапшу? Ну-ка, Саня, ты же специалист. Да, они даже, видишь. Шираки у них. Из твердых сортов, это ширак ты у них.
Пшеницы. Степень проварки алдента. Чуть-чуть такая тверденькая. А вот эти были счастливые часы, там дают лапшу? Нет. На счастливых часах. Кстати, времени не было счастливых часов. Ни отношения одного. Не было? Странно. Только в Милане, что ли? Не знаю, может быть, плохо искали. Чисто Милан. В Милане очень много было. Потому что было нормально жить. Не разошлось по всей Италии идея, не разошлась. Да, не поддержали. И что, аппетит пришел во время еды? Ты не так скажи, пожалуйста. Пожалуйста. Скажите что-нибудь. Пару комментариев. А продукты доширак? Изумительно. Ешьте души. Лучше, чем паста в Италии. Да, даже не сравнить. Извините, говно вопрос. Че, Андрюх, сел? Доширак. Нормальный? Нормально. А мне что-то не лезет он. Значит, ты не голодный. Наверное. Сейчас я водички попью еще. Они очень острые стали. Да, очень острые стали. Хочется остроты, а они нифига не острые. По-моему, с говядиной она прям острая. Да-да-да. Куриная не самая такая. Лайтовая. Эксперты. Вот для Ширака. Ну так, а поездах-то? В поездах-то ездим все-таки. Ездят. Ездят. Ездуны в поездах. Эх, футболочку Дон Диабло-то не увидел. Может, он увидел бы ее, растрогался и подписал. Сказал, приведите мне вот того мальчика. Мой главный фанат. Это как история с этим, да? Да-да-да. С Марадоной. С Марадоной то же самое. Тоже бы. Или бы там рав Дон Диабло. Прыгал бы там в первом ряду. Да-да-да. Что? Смотрите. Кировскую область тоже заливает, так же, как и Нижегородскую. Да, может. По Кировской области едем, ребят. Пельмени должен быть. Пельмени там должен быть дождя. Пельмени не должно. Пельмени нет. Все. Вчера вот в Екатеринбурге, допустим, было плюс 26, и день города было. Вообще шикарная погода. Да. Но тут просто отдыхал. Пойдемте спать. До обеда. Сейчас с Киров выйдем. Да, надо постоять, хоть свежим воздухом подышать. Да, да. Я тоже это заметил. Да. Саня, ты же говорил, что я не снимаю. Вот, снимаю. Понял. Кстати, заметил то, что это бумагу постоянно кто-то роняет, она сырая вся. Не исключено, что в унитаз. Вот такой вот простенький вагончик в плане туалета. Вообще дождь сильно идет. Родина. Родина. Мать. Зовет. Там потерялись шатру матери. Ну да, недалеко. Не первый путь. Не первый. Не успеешь. Арестовать. Киров. А что, через верх-то не вариант, да, пробежать? Не, можно, но там просто... Долго очень все это. Да. Там вы пока выйдешь, пока найдешь. Там заставят еще кого-нибудь проходить там. Эту. Досмотры. Досмотры. Да хотя в Кирове не заставляют. А, ну да. В Кирове пофиг. В Кирове хорошая служба безопасности. Дождь. Да. В Кирове еще жесть. Еще хуже, чем на ФП. И тут тоже дождик. Еще хуже, чем на ФП. Да. Мы уже даже немножко переживаем по поводу Перми. Да. Что там будет? Да, вообще мощно. Вообще мощно. Пошли давай. Да. Андрюха у нас побежал что-то покупать.
Сейчас поедем, будем снимать, как он бежать будет. Так-то рискованно. 15 минут стоим всего. Здесь, кстати, в Кирове всегда, да, столько стоит? Все время бегаем. Все, поехали. За окном Новосибирск-Брест, на котором мы ездили тоже недавно относительно, до Кирова, потом в Саранск. Вятский квас там написан. Попадем. Ну что, мы уже до Глазова доехали потихонечку. Все, спим и спим. Больше делать нечего. Че, ем есть? Да, поем, сейчас едим. Сейчас нам закроют купышечку. И все. Хоть дождика нет. Да, здесь погода нормальная. Уже. Видишь, в принципе,
что, приуныли? Не, ждем обед. Обед ждем. Заказали, сейчас принесут. Комплексный. Сколько стоит еще раз? 370 рублей? 377. Офигеть. Ну все, принесли. Ребятушки, заказали бы комплексный обед. Ребятишечки. Что у нас входит? Что у нас входит в комплексный обед? Давайте посмотрим. Давайте. Борщ. Супер. Ши. Ши. Ши? Да, по запаху. Ничего, норм. Так, и еще. Второе. О, бейби. Отдельно салат. Просто прекрасно. Еще к чаю. А также у нас вон сюда. Так, это у нас там. Вилочки. Так. Багет. Это вафелька. Угу. Ну и, конечно же, чай. Чай. Так что, ну, если интересный чай. С шиповничком. Да. Полезный как раз. Замечательно, да? Да. Ну, ну летай. Михаил у нас главный дегустатор. А, первый всегда. Приборы. На нем всегда пробуем все. Через 20 минут на них. Я думаю, только не горячая, да, это все дело? Она не горячая, нормально. Поэтому надо быстрее есть. Давай там булочку. Смотри, так прикольно проткнули, да? Протыкали. Суп подышал. Да. Давай. Пробуйте. А, подожди, это же не этот, это лапша. Суп лапша с курицей. Он такой прямо густенький вообще. Ну-ка. Наконец-то. Жидкое питание. Жидкое питание. Все, нормально? Да. Ну ладно. Сейчас Андрюха махнул. Ну что, Саня? Так себе. Как супчик? Нормально. Как ты относишься к тому, что ложка немного ложка заостренная, острая. Опасная ложка очень. Острая ложка. Края. Можно порезаться. Губу легко поэтому можно порезать. А Рома же он второй точит. Ух ты. Еще один главный док пришел. Давай, садись. Нагулял? Аппетит-то нагулял? Походи, да, нагулял. Садись давай. Дон Диабло, садись. Дон Диабло. Из-за ФП едет. Да. Приятного аппетита. Да. Тоже накладывайте супцы там. Вкусно, вкусно. Да. Все едим, сидим. И вы тоже с нами можете поесть. Что ты, Андрюха, сказал-то до этого? В смысле? Про пента. А, то что он... Подожди, надо... Давай, давай, прожевывай. Проголодался? До Перми больше остановок не будет. Да. Следующая станция, Пермь вторая. Ребят, свечерело, подъезжаем уже, немножко осталось, все грустные, немножко уставшие, скоро будем расставаться. Все съедено, да? Выпито. Все выпито, съедено. Подчистую. Именно выпито, не распито. За окном станция Григорьевская. Григорьевская. Мы самое главное-то не спросили, Андрюха-то на вопрос-то не ответил. Поедет он еще или нет? Тебе кажется, да, конечно, поеду, наверное, если хорошая погода будет. А ее не угадаешь. Ну, блин, если, понимаешь, если за неделю будет... Билет сдам. Просто сдать. Да, сдать можно, да. Билет. То есть, если там за неделю до, так сказать, назначенного мероприятия будет сказано, что будет плохая погода, все, нафиг ставим билет, никуда не еду. Да, конечно. Мы тоже так, наверное, сделаем. Потому что в такую погоду я больше не поеду точно. Все, ребятишки, собираемся. Вот манатки все вот. Ну и выходим. Через полчаса берем, уже минут через 20.
А Андрюха остается до Екатеринбурга ехать. Да. Один. Андрюха. С двумя девчонками, надеюсь. Да. С молодыми. В надежде на девушек. ФП, можно сказать, официально закончен. Все. 2019 год остался в прошлом. Ждем 2020 на Азовском море. Как Саня предложил. Да. Напишите. Кстати, этот чувак, который... Чем больше заявок напишите, организаторам провести где-то поближе к морю, они прислушиваются, надеюсь. Организатор пройдут. Уже сказал, что так больше не работать невозможно. Невозможно работать. Никакой нафиг погоды у вас в России, ребята. Да. Я уезжаю в Европу. О, что-то куда-то мы вообще приехали, непонятно куда. Ой. Девушка, простите, пожалуйста, а подскажи, что там у нас? Что, куда нас привезли-то, Михалыч? Не видно ничего, не сги. Да, подцепить. Не бзди. Не видно ничего. На, подцепи. Ну все, приехали. Темно, ничего не видно, непонятно какой путь, но сейчас разберемся. Все, на этом заканчиваем мы прямую трансляцию. Покажите лица. Попрощаемся. Лица, да. Андрюха, давай. Официальная часть. Держи. Рады были с тобой познакомиться. Ну, мы познакомились раньше. Рады были время провести. Вот. Да, все. Темно, темно, конечно. Ну, так это ж Пермь. Да. Только Пермь, только победа. Ладно, все, давайте. Счастливо, ребят. Пока. Спасибо.